До тех пор, пока человек не перешел в состояние выхода из нашего мира, эгоистического ощущения своего, в духовный мир, в альтруистическое ощущение со своего состояния, он называется неисправленным. И поэтому совершенно не важно, действительно не важно, делает он добрые более дела или более вредные дела. Мы его с точки зрения каббалы никак не оцениваем, потому что он находится по эту сторону эгоизма, в своем эгоизме. А в эгоизме в своем делает ли он хорошо немножко людям или плохо немножко людям, это не имеет значения, он все равно это делает только ради себя. Каббала оценивает человека только по его намерению, или ради себя, или ради других. Намерение имеет значение. Поэтому надо четко определиться, действительно, и каббалистическая или мерка есть здесь относительно человека, или наша человеческая, общественная. Поэтому может быть человек очень красивый в своем поведении, относительно общества, желающий обществу много чего хорошего, но на самом деле это все обычно эгоист. И поэтому нет у нас с ним никакой связи, ничего ему в будущем мире как так не положено. Мы не можем оценить человека по его намерениям невооруженным глазом.